Внимание, сотрудники уголовного розыска Центрального отдела полиции обращаются ко всем, кто узнал этих людей. Позвоните по указанному телефону. Женщина подозревается в краже пожертвований из храма по улице Вольного Новгорода. Мужчина в серии краж из продовольственных и хозяйственных магазинов Твери. Если вы знаете этих людей и можете сообщить о их местонахождении, срочно позвоните по указанному телефону. Вечером 7 апреля в деревне Бернова Старицкого района загорелся деревянный дом. В ходе тушения огня пожарные обнаружили тела двух женщин 49 и 59 годов рождения. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено. По факту гибели женщин Ржевским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета организовано проведение доследственной проверки. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, возникновения пожара, назначены пожарно-техническое исследование и судебно-медицинские экспертизы.